Привет. Возник некоторый перерыв с выпусками Turbo. Я старался делать по передаче в неделю, но такой темп оказалось трудно выдерживать. Хотя я пускался на своего рода хитрость. Снимал несколько серий одновременно о сложной игре и о простой. Таким образом, пока я снимал и выкладывал серию о чем-то простом, поспевала передача и о сложной игре. Сбивка получилась после пятницы 13-го, когда я без всякой страховки в виде простой игры снял следующий выпуск про не менее хардкорные, чем пятница 13-я, Holy Diver. И у меня ничего не оказалось в загашнике. Я стал думать, о чем же сделать передачу. Один долговременный выпуск у меня уже в работе, но бог весть, когда я его доделаю. Я стал вспоминать, что простейшие и приятные я проходил в 90-е. Хотя Turbo — это ни в коем случае не передача сугубо об играх моей юности. Turbo — это передача об играх, которые мне нравятся. Это могут быть как игры, в которые я играл в 90-е, так и игры, с которыми я познакомился недавно. Причем для разных платформ. Просто так получается пока, что это NES и Sega. Но это не значит, что я намеренно себя ими ограничиваю. Я вспомнил про кота Феликса от Hudson. Мне был противен мультик о нем, особенно заставка вот с этим возгласом. Кот Феликс! Ха-ха! А игра в 90-е нравилась. Я проходил ее многократно. Да и думаю, сниму передачу про нее и потихоньку буду делать параллельно другую серию. Сел, прошел под запись Феликс и понял, что игра очень нудная. Многие игры, что нравились мне раньше, теперь совершенно разнравились по разным причинам. Например, в 99-м году я с кайфом играл в первый Кармагеддон. Теперь я в него не играю, потому что мне не в кайф давить машиной пешеходов и коров. Это моральное уродство какое-то. Мне нравилась также игра Prehistoric 2 под DOS, но когда я решил делать о ней очередной выпуск Turbo, то вспомнил, что там в бонус уровне фоном служит какая-то полуживая, полумертвая свинья на блюде. И будучи этическим вегетарианцем, я совершенно отвратился от этой игры. Ну а игра про кота Феликса просто нудная. В то же время у меня пропал интерес и ко второй игре, о которой я делал параллельный выпуск. Я махнул рукой и решил сделать турбо-перерыв, поиграть во что-то для души. Так я вышел на приятную бродилку Kid Clown 1993 года издания от Kemco. Что-то она мне напомнила знакомое, но я не обратил особого внимания. Стал играть. Хорошо, что я ничего не разузнал об этой игре предварительно, иначе лицензионное безумие с ней связанное повлияло бы на положительное впечатление. Игры про клоуна вообще почему-то получаются удачными. Вспомним Donald Land или Krusty Fun House, не исключение и Kid Clown. Согласно заставке, завязка сюжета такова. В штате Канзас жила-была семья клоунов с очень талантливым на разные фокусы сыном. Волшебник Nightmare переводится как «ночной майор», однако «Nightmare» — это искаженный «Nightmare», «ночной кошмар». Хочет, чтобы юный клоун открыл для него кое-какой сейф, хранилище. Юноша отказывается, тогда «Nightmare» похищает его родителей, младшего брата или сестру, непонятно кого, в общем, младенца. «Nightmare» сообщает: «Если хочешь снова увидеть своих родственников, найди меня». Найди, значит, пройди 6 больших уровней. Забегая вперед, скажу, что когда таки находишь этого главного злодея и побеждаешь его, сюжет делает странный нелогичный поворот, и сейф почему-то оказывается у самого Nightmare, причем он вполне имеет доступ внутрь. Но не буду раскрывать сюжет, потому что это испортит концовку, она смешная. Я даже кратко хохотнул, что случалось со мной, пожалуй, только в Fallout и Quest for Glory. Вообще в игре заставки начала и конца на высоте, не то что в некоторых играх, где дошел до конца, а там The End и титры или какую-нибудь одну картинку сунут и все. Нет, тут в конце очень, повторюсь, очень классный мультик. Кстати, сюжет игры придумал Сиоко Хирохара. На его счету еще
ролевуха 89 года «Дракхен», вышедшая на многих платформах, и ее продолжение 94 года для SNES «Dragon View». Обе игры просто замечательные. Но вернемся к нашему клоуну. С собой он таскает неограниченный запас надувных шариков. Этими шариками можно поражать врагов, можно становиться на шарики, подпрыгивать, чтобы преодолеть какое-нибудь препятствие, а можно ухватиться за шарик и полететь, замедляя падение, либо взлетая в потоке восходящего воздуха. По ходу игры вы собираете жизни, сердечки для пополнения текущей жизни, а также клубнички, каждая из которых дает вам выстрел в тире между уровнями, где можно выиграть опять же дополнительные жизни и пополнение. Непонятно, почему клубнички названы в игре чипсами. Чипс традиционно для бродилок. Каждый уровень сюжетно никак не связан с другим и представляет собой тематически и климатически отличную местность, разделенную на подуровни, иногда с мини-боссами. Конечно же, в конце каждого уровня вас ожидает босс. Игра не столь проста, как Кот Феликс, но язык не поворачивается назвать ее сложно, разве что последний босс может быть несколько злобен, и сама дорога к нему запутана. Посмотрите, как надо добираться к последнему боссу. Необходимо заходить в двери именно в показанной мною последовательности, несмотря на то, что первая правая дверь перенесет вас немного назад. Но Kid Klaw настолько приятная игра, что простота в ней не грех. Персонажи и обстановка прекрасно анимированы, а управление клоуном отзывчивое. Вы только посмотрите, я сейчас замедлю видео, как клоун выпускает свои шарики. Они не появляются перед ним в пространстве, нет, он надувает их и затем выпускает. При обычной скорости это не очень заметно. После прохождения игры дается чит-код для прохождения ее в сложном режиме. Я не стал пробовать и не знаю, какая в нем концовка, может, другая. Я прошел игру и стал искать о ней какие-нибудь интересные данные. И вдруг оказалось, что это переделанная игра 92 года про Микки Мауса. Годом раньше издание Kid Klaw, а в продажу он поступил 1 апреля 1993 года, компания Кэмко выпустила в Японии игру Микки Маус 3 Юми Фусен, что в переводе означает «сновиденческий надувной шарик». По сюжету подружка Микки Мауса Мини заснула и не может проснуться. Она видит кошмарный сон, и Микки Маус отправляется по мирам ее сновидений, чтобы узнать, что за этим стоит и как помочь Мини. Несмотря на одинаковую структуру уровней, в Kid Klaw и Микки Маус 3 совершенно различные заставки и персонажи, включая обычных врагов и некоторых боссов, особенно последнего. Я принялся проходить этого Микки Мауса и вспомнил, что в 90-е таки кратко где-то познакомился с этой игрой, вот почему мне показался знакомым Kid Klaw. Сейчас я прошел Микки Маус 3 целиком, и мне тоже дали пароль для прохождения в сложном режиме. Увы, я застрял на боссе-великане из уровня, навеянного сказкой про Джека и бобовый стебель. Поэтому не могу сказать, будет ли в режиме хард другая заставка. Но я читал, что будет. Сложность режима заключается в том, что все враги движутся быстрее и убить их сложнее. Надо больше попаданий шариком. В том же 92 году Кэмко приняла за английский перевод игры и существует прототип, причем игровой баланс в нем совершенно расстроен.
При этом баланс Kid Clown и японского Mickey Mouse 3 одинаков. Почему же Кэмко не выпустила английскую версию Mickey Mouse 3, а сделала вместо этого Kid Clown? В то время правами на выпуск игр для NES в США по мотивам мультики студии Disney владел Capcom. Вот почему Кэмко смогла выпустить Микки Мауса 3 в Японии, однако не смогла сделать это в США. Но не все так просто. Добро пожаловать в мир копирайта. У Кэмко была серия игр Crazy Castle, Безумный замок. С ней в самом деле связано какое-то копирайтовое безумие, судите сами. Серия выпускалась для платформ NES и разных вариантов Game Boy. И на стыке 80-х и 90-х, в зависимости от страны и платформы, в одной и той же части игры героями были то Микки Маус, то Багз Банни, то кролик Роджер, то вообще охотники за привидениями или Гарфилд. Эта чехарда происходила от владения на лицензии использования тех или иных персонажей в разных странах на разных платформах. Японскому рынку доставались игры про Микки Мауса, внешнему же обычно про Багза Банни. Kid Clown как-то отошел от этого правила и вырос в отдельную серию, где были выпущены Kid Clown in Crazy Chase для SNES и Game Boy Advance, Kid Clown in Crazy Chase 2 для Sony PlayStation и некоторые другие. Возникает вопрос, так ли нужны были Кэмко чужие наработки в виде Микки Мауса и Багза Банни? Kid Clown отлично играется и воспринимается без обращения к раскрученным мультипликационным мирам. Неужели игровая индустрия обречена крутиться в этой вселенной игр с одними и теми же персонажами, с бесконечным количеством частей в каждой серии, с каждой же серии вырождаясь? Бывали редкие исключения. 2 Fallout, 5 частей Quest for Glory, 3 Castlevania, сколько-то King's Quest, 2 Baldur's Gate, 2 DuckTales. Mass Effect испоганился уже со второй части, Doom тоже на второй. Игры 80-х, 90-х меня и привлекают своей неповторимостью, разнообразием. Редко там по две части, обычно выходила одна игра без продолжения. В ней уже заложено все, что хотели заложить. И не возникало продолжения, в котором высасывали бы из пальца привязки к предыдущей части. Не надо никаких продолжений, кроме продолжений Turbo! Всем пока!